Итак, будем вешать ванную вот сюда вот и вот сюда вот шторку, чтобы можно было душ принимать и не разбрызгивалось. В данном случае мы купили вот такую вот шторку турецкую, да, вроде бы Миранда, марки Миранда. Сейчас мы распечатаем. И специально под эту шторку вот она, ее высота здесь не написана, а вот есть 1,80 м на 2. Вот она, модель Турция Миранда. Расцветок много, взяли такую зелененькую под ванную. Вот 1,80 м, получается, повесим, да, 2 м длина. Сейчас размотаем, посмотрим. И под нее специально продаются вот такая вот труба, она стоит дешевле, чем сама шторка, по-моему, 2 раза. С такими вот колечками. То есть в той шторке есть, она продается шторка без колечек, только с отверстиями под эти вот колечки, под эту трубку. Трубка идет сложенная, вот так она выкручивается. Вот, просто она крутится, и таким образом она расширяется. Если вытащить всю, надо снизу ее опять, там паз идет, надо будет ее вытащить, снизу снять заглушку, вставить еще раз снизу, если же вы перекрутите. И для того, чтобы, так как она сама крепление, эта трубка крепления по стене, она скользит, мы видим, вот, да, скользко, мы сейчас вырежем-то 2 аккуратных подкладочки. И вот, чтобы не скользило, с такой вот губки пробуем, либо резиночка, да, в данном случае губка, попробовали, тоже не скользит. И такая вот тоненькая она, как для мытья посуды. Вырезаем 2 кружка диаметром чуть-чуть больше нашей с вами подкладки. Мы меряем, что от стенки до ванны у нас 60 сантиметров, да, 61. Теперь отмеряем от стенки сюда, видим, чуть больше, да, чтобы ровно труба лежала. Давайте сделаем 68 сантиметров. И теперь берем нашу трубку, подкладываем подкладочку, чтобы меньше скользило, и почти под самый верх вставляем, подкладываем с другой стороны ее, тоже подкладочку. И начинаем разворачивать нашу трубку. То есть просто тянем ее туда, просто толкаем. И она разворачивается назад, она уже не складывается. Ставили, но она сразу на разжим не пошла, поэтому я вытащил чуть больше. Тут она в середине пружинит. И под углом краем, как она чуть сжимается краем, вот так вот получается больше, это засунул ее сразу же сюда. Теперь меряем одинаковую высоту от верха, что было. Тут 6. Ниже, потому что тут чуть выше. О, двигаем, она так немножко плавает, но держится, и шторку нашу она удерживает. Как видим, вот далее, еще никуда она не девается. Теперь вешаем шторочку и продолжаем запись. Шторка уже прицеплена как раз к нижней краю ванной. Да, вот я угадал размер не по дну, чуть выше. И как раз в разных местах покупалась, кстати, трубка и шторка. Сказал, под турецкую шторку. Под Миранду дали, и как раз один в один количество отверстий и крючочков соответствует. Поэтому хоп, растянул, покупался, все замечательно. В бок ее потом хоп, и все. То есть все отлично, трубка держится, никуда она вон никак не денется, вешаться никто не будет, свои функции она полностью выполняет.